торнадо пронесся прямо над городом. В Джоплине погибло 157 человек. Более 200 домов было повреждено, а 20 уничтожено. Он на земле! Уезжайте! Уезжайте! Это был самый смертоносный торнадо в США за последние 86 лет. Мы погружаемся в стихию. Во время этих штормов оживает небо. Молнии, град, и мы находимся внутри всего этого. И мы чувствуем себя частью этой стихии. В погоне за ураганом. С 6 августа по четвергам и пятницам в 21:15. Только на телеканале «Точка отрыва».